Давайте приготовим сегодня долму из капусты по-азербайджански. Азербайджан. Город Баку. Деревня Пришаги. Черный азербайджанский чай. Тюльпаны. Здравствуйте, дорогие друзья! Я рада видеть вас всех. Сегодня мы приготовим долму из капусты для наших строителей. Разрежьте говядину на куски. Нарезанные куски говядины измельчите в мясорубке.
Очистите лук для фарша. Хорошо вымойте очищенный лук. Нарежьте лук на кусочки. Для приготовления долмы нам нужно 700 граммов говяжьего фарша, 500 граммов лука, 0,5 стакана круглый рис, 1 мягкая капуста, 0,5 пучка кинзы, соль и перец по вкусу. Очень мелко нарежьте лук. Дорогие друзья, для поддержки молодой семьи подпишитесь, пожалуйста. Я мою круглый рис. Добавьте промытый рис в мясной фарш. Добавьте мелко нарезанный сушеный лук в мясной фарш. Добавьте рубленную зелень в мясной фарш. Посолите фарш по вкусу. Добавьте куркуму в мясной фарш по вкусу. Добавьте паприку по вкусу. Хорошо все перемешайте. Приготовление капусты. Добавьте соли в воду по вкусу. Немного отварите капусту. Отделите капустные листья. Обратите внимание, эта капуста сильно вариться не должна. Мы вставляем лишние части капусты на дно кастрюли. Добавьте соли. Добавьте паприку. Добавьте куркуму. Осторожно положите долму в кастрюлю. Добавьте в кастрюлю 1,5 чашки воды. И положите тарелку поверх долмы. Готовлю соус для долмы. Я использовала масло для соуса. Добавьте 1/2 чайной ложки куркумы в масло. И добавьте 1 чайную ложку томатной пасты. Поставьте на плиту и залейте 1 стаканом кипятка.
Я добавляю немного соуса в долму. И закройте крышку, подождите, пока долмания будет готова. Дочь, пожалуйста, принесите салфетку. После приготовления долмы налейте сверху побольше соуса. Да благословит вас Аллах. Я вижу, что вы почти заканчиваете строительство. Но что вы думаете? Мы так быстры. Прекратите работу. Еда готова. Давайте поедим. Я ухожу сейчас. Я думаю, что у моего соседа бывают свадьбы. Да? Если так, пусть они будут счастливы. Послушайте музыку. У соседа свадьба. Прекратите работу. Идите ешьте. 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 Посмотрите на забор. Как хорошо все получилось. Просто супер. Да благословит вас Бог. Гюнель. Да? У нас есть йогурт. Вам нужен йогурт. Да. Не могли бы вы приготовить нам напиток из Айрана? Дорогие друзья, пожалуйста, не забывайте подписываться и ставить лайки. Не забудьте написать в комментариях оценку перевода на ваш язык. Спасибо, что посмотрели.